Добрый день, уважаемые, добрый вечер, вернее, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Мы начинаем потихонечку собираться. Я представлюсь, меня зовут Ксения Викторовна Нохрина, я врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники Ксимер в Санкт-Петербурге. Из предыдущих вебинаров вы, наверное, знаете, что рефракционная хирургия на сегодняшний день способна исправить различные аномалии рефракции. Это такие, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Но если эти пациенты имеют патологию сетчатки, то, к сожалению, после операции мы можем не получить высоких зрительных функций, либо получить незначимую прибавку зрения, либо сместиться в фокус лечения. Первым этапом мы можем заняться патологией сетчатки, вторым этапом, соответственно, выполнить рефракционную хирургию. Поэтому сегодня мы с вами разберем основные моменты, касающиеся строения сетчатки, разберем основные группы заболеваний, методы диагностики и поговорим о способах лечения. Если говорить о сетчатке, то надо сначала иметь общее представление о строении органа зрения. И сейчас мы с вами вспомним это. С помощью макета я вам напомню, как у нас состоит орган зрения. Это у нас роговица, радужная оболочка с зрачком, хрусталик. Полость глаза у нас заполнена стекловидным телом. И желтая структура, выстилающая глаз изнутри, это сетчатка. Сетчатка представляет собой высокодифференцированную нервную ткань, состоящую из фоторецепторов, которые воспринимают световые лучи. Как происходит у нас формирование зрения? Сначала на первом этапе световые лучи, отраженные от объектов, попадают через оптическую систему глаза, проходят ее и попадают на сетчатку глаза. У сетчатки есть центральная зона, она называется макулярная зона. Вот она. В ней сосредоточены фоторецепторы, которые называются колбочки. Их около 7 миллионов. Они обеспечивают нам высокую остроту зрения в центре. Обеспечивают способность видеть в хорошем освещенном помещении, то есть днем. Если мы говорим про остальную часть сетчатки, это вот эта зона, она делится на среднюю и крайнюю периферию. Здесь сосредоточены фоторецепторы под названием палочки, их около 100-120 миллионов. Их задача обеспечить нам поле зрения, то есть обзор не только в центре, но и по бокам. Также они ответственны за зрение в вечернее и ночное время. Таким образом, свет попадает до сетчатки. Дальше с помощью фотохимических процессов в клетках, палочках и колбочках происходит преобразование светового сигнала в нервный импульс, который уходит через проводящие пути из глаза, попадает дальше в головной мозг, в затылочную долю коры больших полушарий, где у нас уже собирается информация от сетчатки правого и левого глаза и формируется общая картина того, чего мы видим перед собой. Если говорить о основных заболеваниях сетчатки, то, конечно, их очень много. И для удобного восприятия сегодня информации мы с вами разделим заболевания на две большие группы. Это патология центральной зоны сетчатки и патология периферических участков. Если мы говорим про патологию центральной зоны сетчатки, еще раз напомню, она называется макулярная зона, то, соответственно, какие же она должна давать жалобы пациентам? Это могут быть жалобы на в целом снижение зрения, на двоение, на появление пятна в центральном поле зрения. Кроме того, это могут быть искажения прямых линий, выпадение букв при чтении. Вы, кроме этих жалоб, можете даже самостоятельно определить прямо сейчас, есть ли у вас патология центральной зоны сетчатки. Для этого в офтальмологии разработан специальный тест, может быть, многие его уже видели. Называется этот тест «Тест Амслера». Вот как он выглядит. Его можно приобрести у врача на приеме. Также вы можете его самостоятельно скачать с интернета. Этот тест нужно делать на расстоянии 20-30 сантиметров от глаз.
Сначала закрываем один глаз, вторым глазом смотрим в черную точку. Наша задача оценить линии вокруг этой точки. Линии должны быть максимально прямые, без искажений. Если вы заметите искажение линии, выпадение определенных участков в центре, тогда это повод еще раз, говорящий о том, что нужно обратиться к специалисту за обследованием. Конечно, жалоб и вот этого теста недостаточно. И когда вы приходите к доктору-офтальмологу для консультации, конечно, ему нужно посмотреть и клинически подтвердить, а есть ли заболевание сетчатки. И многим, наверное, знаком аппарат врача-офтальмолога, это так называемая щелевая лампа, и набор линз. Они могут быть разные. Это линзы выглядят следующим образом. Они имеют разную диоптрийность, и это создано для того, чтобы мы могли заглянуть в разные участки сетчатки. Кроме того, есть линзочки контактные. Вот они как выглядят. Самая распространенная из них, она называется линза Гольдмана. Она контактна, потому что мы ее надеваем на поверхность роговицы, поворачиваем на 360 градусов и можем заглянуть в самые отдаленные участки сетчатки. Но и этого бывает недостаточно, поэтому на сегодняшний день самым лучшим методом визуализации патологии сетчатки является диагностика, называемая оптическая когерентная томография. Это инструментальный метод исследования сетчатки. Напоминает он большой фотоаппарат, который дает нам здесь и сейчас информацию о вашей сетчатке. Вот так выглядит его протокол, может быть, тоже многим знаком. Здесь мы видим разрез сетчатки человека с нормальным состоянием, то есть без патологии. Сетчатка у нас представляет здесь морфологически 10 слоев, напоминает своего рода слоеный пирог из белых, черных и серых полос. Оптический когерентный томограф не нужно путать с аппаратами КТ и МРТ, которые используются для визуализации костно-мышечной патологии, патологии внутренних органов. В данном случае в офтальмологии мы не применяем метод магнитов, и, соответственно, исследование проходит очень безопасно. Опять же, напомню, это в виде фотографии. Кроме этого, этот метод, оптический когерентный томограф, позволяет нам выявить и патологию диска зрительного нерва. Кроме того, мы можем посмотреть состояние сосудов сетчатки. И все это неинвазивно, от вас требуется посидеть, посмотреть на определенную метку, и врач сделает фотографии сетчатки прямо при вас. Кроме этого, мы можем использовать другие методы визуализации патологии сетчатки. Это может быть электрофизиологическое исследование, ангиография. Можно выполнить периметрию, то есть оценку состояния поля зрения как в центре, так и на периферии. Если говорить о заболеваниях сетчатки, то, конечно, центральная зона сетчатки у молодых пациентов страдает меньше всего, но из самых распространенных заболеваний мы можем сегодня поговорить о нескольких из них. И одна из групп таких заболеваний – это наследственные заболевания сетчатки. То есть само слово говорит о том, что есть патология гена, который кодирует определенное состояние сетчатки. Наследственные заболевания передаются от родителей к детям, как правило, выявляется в возрасте от 20 до 30 лет, иногда и более в раннем возрасте, до 10 лет. Все это зависит от типа наследования. И, соответственно, эти заболевания на сегодняшний день не лечатся в большинстве своем, но есть приятная новость. Заключается она в том, что в Российской Федерации есть кафедра офтальмогенетики, которая наблюдает таких пациентов, и которые уже сейчас предлагают лечение с помощью генной терапии определенной группе пациентов. Если брать самые распространенные заболевания, то к наследственным заболеваниям можно отнести пигментную амиотрофию сетчатки, болезнь Штаргарта, Беста, альбинизм. Эти заболевания, конечно, выявляются в детском возрасте практически и требуют в любом случае наблюдения. Если мы говорим о второй группе заболеваний сетчатки, это заболевания возрастные. Несмотря на то, что все-таки основная группа наших слушателей – это молодые пациенты, но тем не менее эти возрастные заболевания сетчатки на сегодняшний день стали молодеть и появляются в более раннем возрасте. Поэтому мы тоже сегодня о них поговорим. И самое распространенное заболевание возрастной группы – это макулодистрофия.
В чем заключается особенность таких патологий? Потому что заболевание все-таки хроническое, неизлечимое, и очень важно его вовремя выявить. Заболевание заключается в том, что под сетчаткой глаза откладываются продукты распада фоторецепторов, тех самых, о которых мы говорили в самом начале, это колбочки и палочки. Изменения в самой начальной стадии можно обнаружить, опять же, на исследовании оптической когерентной томографии. И вот как выглядит, например, сетчатка пациента с заболеванием макулодистрофия. И отложение вот этих продуктов распада как раз и выглядит в виде вот такой бугристости сетчатки. Еще их называют друзы. Это заболевание имеет несколько стадий и, соответственно, разный подход к лечению. Если эта стадия начальная, то ее не требуется как-то специально лечить, ее можно наблюдать. Если же это более выраженная стадия макулодистрофии, то при них применяется специальная группа препаратов, называется ингибиторы ангиогенеза. Доставляются они в глаз с помощью уколов. И, соответственно, здесь сам врач принимает решение в каждом конкретном случае, какое лечение назначить. Также из возрастных заболеваний сетчатки нужно отметить еще одно самое распространенное заболевание – это эпиретинальный фиброз или эпиретинальная мембрана. Опять же, на первом месте в факторах ее появления стоит возраст. Как она выглядит и что она из себя представляет? Выглядит она следующим образом. Опять же, на снимках мы можем посмотреть с внутренней стороны сетчатки белую полосу, которая выстилает сетчатку изнутри. Вот она. Что из себя представляет эта эпиретинальная мембрана? Эта мембрана – это соединение глиальных клеток или клеток соединительной ткани в месте контакта сетчатки и стекловидного тела. Эти мембраны могут длительно существовать, не принося никаких проблем, не создавать жалоб пациентам, и могут длительно наблюдаться без лечения. Но эта мембрана, можно ее сравнить с резинкой, она стягивает сетчатку в горизонтальном и вертикальном направлении и может ее деформировать. И в этом случае могут создаться разрывы сетчатки, которые, конечно же, повлияют на остроту зрения. Консервативных методов лечения этой патологии нет. Здесь только оперативное лечение. Операция называется витрэктомия с мембранопилингом. Если мы говорим про сосудистые проблемы центральной зоны сетчатки, то здесь эта проблема будет актуальна для пациентов с сахарным диабетом первого типа, которые к возрасту 30-35 лет имеют достаточно большой стаж диабета, используют, как правило, инсулин и имеют осложнение сахарного диабета под названием диабетическая ретинопатия, то есть осложнение сосудов. Заключается оно в появлении отека, кровоизлияния на сетчатке, соответственно, конечно же, снижение зрения. Соответственно, на сегодняшний день лечение диабетической ретинопатии может быть, с одной стороны, применением опять уколов в виде ингибиторов ангиогенеза, второе – это использование лазера. Лазерные технологии используют как в центральной зоне сетчатки, более щадяще, так и на периферии сетчатки. Если же мы говорим про следующую группу заболеваний сетчатки, то она касается в основном пациентов с близорукостью высокой степени. Что же здесь происходит? При близорукости высокой степени происходит растяжение глаза в передне-заднем направлении, то есть глаз удлиняется, при этом растягивается сетчатка и другие, понятно, что структуры, но нас интересует больше сетчатка, и происходит деформация сетчатки, в том числе и под действием стекловидного тела. Как это может выглядеть на исследовании? То есть мы можем визуализировать патологию сетчатки, и здесь есть вот такие изменения в виде черных столбиков. Это заболевание называется ретиношизис, и очень оно характерно именно для пациентов с высокой близорукостью, то есть с большой длиной глаза. Как правило, такое заболевание редко дает какие-либо жалобы пациентам. Клинически его можно не выявить на обычном осмотре у врача, но очень хорошо, как вы видите, его можно визуализировать с помощью оптической когерентной томографии. Лечение этого заболевания только хирургическое только в том случае, когда оно прогрессирует и значимо деформирует структуру сетчатки. В большинстве случаев оно может остаться стабильным долгие годы, не прогрессировать и требовать просто наблюдения. Операция заключается в чем? В том, чтобы
вернуть структуру сетчатки в исходное состояние. Эта операция называется также витрэктомия, мембранопилинг. Еще одна группа состояний, приводящая к изменению центральной зоны сетчатки, это так называемые травмы глаза. И здесь мы подразумеваем не только удары непосредственно в орган зрения, но и все-таки такие проблемы, как, например, ребенок или школьник мог посмотреть на лазерную указку, и луч лазера может повредить центральную зону сетчатки в виде ожога. Тоже касается это, если мы длительно посмотрим на солнце, на солнечное затмение, либо на сварку. Эти все факторы приведут к ожогу сетчатки в центральной зоне и, к сожалению, безвозвратному потере остроты зрения. Поэтому в этом плане будьте очень внимательны, особенно внимательны в отношении ваших детей. Основные моменты центральной зоны, патологии центральной зоны сетчатки мы рассмотрели. Предлагаю сейчас перейти к другой части заболевания сетчатки. Это, напомню, периферические участки. Это вот эта часть. Это средняя и крайняя периферия. Какие же мы здесь можем ожидать жалобы от пациентов? Это жалобы будут на появление световых вспышек, кто-то отмечает появление ярких молний, вылетающих из глаза, у кого-то может быть изменено поле зрения в виде, например, нависающей занавески. Понятно, что эти патологии требуют консультации врача-офтальмолога. И опять же, на первом этапе врач клинически должен подтвердить ту или иную патологию сетчатки. Кроме этого, мы можем применить дополнительные инструментальные методы. Это ультразвуковое исследование глаза, опять же, оптическая когерентная томография, периметрия, то есть оценка состояния поля зрения. Особенно это актуально, если мы обнаружим отслойку сетчатки. Почему эти патологии возникают? Здесь однозначного ответа нет, но все-таки существуют факторы, которые способствуют этим заболеваниям. И первым фактором является как раз длина глаза. Опять же, в эту группу попадают пациенты с различной степенью близорукости. Вторая причина – это изменение структуры стекловидного тела, особенно это выражено с возрастом. Заболевание, которое мы обнаружим на периферии сетчатки, называется периферические дистрофии или периферические дегенерации. Их тоже можно разделить на две большие группы для понимания подходов к лечению. Первая группа так называемых периферических дистрофий называется нерегматогенной дистрофией. То есть, другими словами, это не опасная дистрофия. Это участки сетчатки, измененные сетчатки на периферии глаза, которые не приведут к каким-либо ухудшениям остроты зрения ввиду развития, например, разрыва или отслойки сетчатки. Поэтому нерегматогенные типы дистрофий не требуют лечения, их можно наблюдать. Если мы говорим о второй самой важной группе состояния периферической части сетчатки, это регматогенные заболевания, то есть, другими словами, опасные, которые могут приводить к развитию разрыва и, соответственно, отслойки сетчатки. Если мы видим подобного рода изменения на сетчатке, могут они выглядеть приблизительно вот так. То есть мы с вами видим здоровую розовую сетчатку, и рядом с ней вот такой очаг черно-белого цвета, где сетчатка изменена. Вот подобные очаги считаются регматогенно опасными и, соответственно, требуют лечения. Лечение будет заключаться не в удалении этого очага из глаза, а лечение будет заключаться в том, чтобы его отградить от здоровой сетчатки. Происходит это с помощью лазер-коагуляции. И как раз здесь на картинке представлено лазерное лечение этого очага или лазерная коагуляция в виде белых точек. Это ожоги лазера, которые были нанесены в несколько рядов на 360 градусов. Вот это лечение очень часто требуется молодым пациентам с дистрофиями сетчатки на периферии. Лазерная коагуляция проводится в том числе у нас в центре. Она проводится амбулаторно. Можно выполнить в один день коагуляцию двух глаз. Как правило, после коагуляции никаких специальных ограничений соблюдать не требуется, пациент остается трудоспособный. На следующий день зрачок глаза сужается, и человек видит точно так же. То есть лазер никаким образом не влияет на центральную зону сетчатки. Через месяц, как правило, или раньше, в каждом случае индивидуально, мы приглашаем пациентов на повторный осмотр обязательно.
Лазерная коагуляция в течение жизни может выполняться несколько раз, и это связано с тем, что в течение жизни могут появляться новые участки дистрофии, именно ригматогенной дистрофии, которая, соответственно, требует нового лечения в виде лазер-коагуляции. Если же мы на сетчатке глаза видим не просто измененную ткань, а уже разрыв, то, конечно, в большинстве своем разрыв может привести к отслойке сетчатки. И именно этого мы и опасаемся. Поэтому разрывы, опять же, конкретно в каждом конкретном случае решается все индивидуально, но тем не менее большинство разрывов угрожают отслойке, поэтому мы их тоже лечим с помощью лазер-коагуляции. Если же мы видим отслойку сетчатки, что такое отслойка? Это нахождение жидкости внутриглазной под сетчаткой, которая расслаивает ее от места крепления. Отслойка сетчатки бывает разная, она бывает локальная, то есть небольшая по площади, не затрагивающая поле зрения, не приносящая жалоб пациентам, которую мы можем как раз полечить с помощью лазера, в виде лазер-коагуляции. Но если это сетчатка, большая по площади, отслойка сетчатки, большая по площади, соответственно, влияет на поле зрения пациента, иногда доходит до центральных участков сетчатки, тогда, конечно, здесь лазер-коагуляция не будет стоять на первом месте как основной метод лечения. Основной метод лечения будет, соответственно, две вида операции. Это либо витрэктомия, либо эписклеральное пломбирование. И в том и в другом случае лазер-коагуляция также может быть применима. Вот, наверное, основные моменты с точки зрения периферической части сетчатки. Если говорить нам о остальных моментах, связанных с сетчаткой, то здесь нужно обратить внимание на профилактику. То есть мы с вами имеем уже представление, что такое сетчатка, как она работает. Мы понимаем, на какие жалобы стоит обращать внимание, касаемо центральной зоны сетчатки, касаемо периферической части сетчатки. Мы понимаем, какие методы диагностики мы можем применять. Соответственно, мы с вами кратко коснулись в том числе и методов лечения сетчатки. И сейчас мы поговорим с вами о профилактике. Это тоже очень важный момент, потому что если перед нами молодой пациент в возрасте от 18 до 40-45 лет, не имеющих никаких жалоб на орган зрения, у которого в анамнезе из родственников никто не страдал патологией сетчатки, то по данным Американской академии офтальмологии, таких пациентов мы можем наблюдать раз в 5 лет. Если, соответственно, это тот же самый пациент молодого возраста, без жалоб, но у которого в анамнезе есть родственники с отслойкой сетчатки, с наследственными заболеваниями, родственники, рано потерявшие зрение или ослепшие, если у этого пациента есть родители с близорукостью высокой степени, тогда, конечно, это будет поводом даже без жалоб обратиться на диагностику к врачу-офтальмологу. Если у вас все-таки появились жалобы, то, конечно, надо обращаться к специалисту, к врачу-офтальмологу и пройти полное обследование органа зрения. Если говорить о профилактике с точки зрения сетчатки, если сетчатка будет выявлена врачом в нормальном состоянии, то есть и жалоб нет, и с сетчаткой все в порядке, то профилактически принимать какие-то таблетки, капать в глаза капли абсолютно не нужно. В этом нет никакой смысловой нагрузки. Но если у вас обнаружена патология сетчатки, безусловно, вам дадут все необходимые рекомендации с точки зрения правильного выбора лечения. С вашей же стороны, с точки зрения профилактики, нужно обращать внимание на все-таки свое питание. На сегодняшний день считается, что нужно придерживаться средиземноморской диеты. Это большое количество овощей, фруктов и, соответственно, большое количество рыбы, содержащей омега. Кроме этого, рекомендуют вести здоровый образ жизни, то есть больше физической активности и исключение вредных привычек, потому что вредные привычки, к сожалению, в отдаленном периоде как раз являются провокаторами развития возрастных изменений сетчатки, в том числе макулодистрофии. Поэтому я рекомендую вам, если у вас есть жалобы, обратиться к врачу. Если жалоб нет, тогда отказаться от вредных привычек, придерживаться средиземноморской диеты
и периодически приходить на скрининг к врачу. Мы с вами смогли разобрать основные моменты, связанные с патологией сетчатки. Сейчас мы можем с вами обратить внимание на ваши вопросы и поотвечать на них. Вот Александр пишет, что всех пациентов гонит к нам на обследование. Я с ним соглашусь, гоните пациентов, будем их обследовать, потому что все-таки в клинике у нас достаточно хорошее оборудование, одно из лучших, и, соответственно, мы можем оперативно поставить диагноз, назначить лечение, поэтому всех приглашаю, да, к нам, это обязательно. Вопрос от Виталия, как проходит лазерная коагуляция сетчатки? Ну, в целом я, собственно, все рассказала. Еще раз акцентирую внимание на том, что она проходит амбулаторно. Вы приходите в клинику, мы первым подготовительным этапом должны расширить зрачки, чтобы врач-лазерный хирург увидел сетчатку на различной глубине. Соответственно, устанавливается контактная линза, линза Гольдмана. Вот она. И, соответственно, сидя, в положении сидя, мы выполняем эту коагуляцию. Занимает она в среднем от 15 до 30 минут. Все, конечно, зависит от объема вмешательства. Пациенты могут ощущать легкое покалывание внутри глаза. Повторюсь, что лазер не влияет на центральную зону сетчатки, поэтому острота зрения никаким образом не будет снижена. После коагуляции мы назначаем противовоспалительные препараты коротким курсом в виде капель. Пациент, повторюсь, на следующий день трудоспособен, зрачок его сужается, и, соответственно, мы приглашаем его в отдаленном периоде. Вопрос от Виталия по поводу диабета, развившегося у дедушки. Если мы говорим о возрастных пациентах, это возраст больше 60 лет, с диабетом, это диабет, как правило, второго типа, то таких пациентов в первую очередь нужно ориентировать, что у нас в городе Санкт-Петербурге есть диабетологические центры. Это центры, их 5. Где пациентов с диабетом наблюдают специалисты разного профиля. Это не только офтальмолог, это и нефролог, и невролог, самое главное, эндокринолог, терапевт, подолог, где пациенты, в принципе, могут наблюдаться бесплатно и, соответственно, в том числе у офтальмолога. Очень важно при диабетической ретинопатии, которая развивается у пациентов с сахарным диабетом второго типа, наблюдать их хотя бы раз в год. Также делать обследование сетчатки, обязательно фотография. Напомню, фотографии мы делаем на оптическом когерентном томографе. И, соответственно, оценивать состояние сетчатки, потому что при диабетической ретинопатии существует несколько стадий развития. На начальной стадии, которая может существовать годами, никакого лечения применять не нужно, требуется лишь наблюдение. Если же мы говорим про промежуточную или развитую стадию состояния диабетической ретинопатии, то в этой ситуации опять же требуется либо лазерное лечение, как центральной, так и периферической части сетчатки, но объем совершенно другой. Это объем не сравним с тем объемом, о котором мы сейчас говорили. Там лазерная коагуляция, особенно если мы говорим о периферической части сетчатки, наносится в несколько сеансов достаточно большими объемами. И достаточно является на сегодняшний день основным из видов лечения, который позволяет затормозить проявление диабетической ретинопатии. Ну и второй метод, который также успешно применяется на сегодняшний день, это использование, как я уже говорила, ингибиторов ангиогенеза в виде уколов. Поэтому ориентируйте своих пациентов с сахарным диабетом, во-первых, на диабетологические центры, которые существуют у нас в Санкт-Петербурге, во-вторых, это обязательные осмотры. Частота этих осмотров зависит от стадии диабетической ретинопатии, поэтому здесь очень сложно сказать. Они могут быть либо ежегодные, либо каждые 6 месяцев, поэтому здесь все нужно решать индивидуально. Кроме этого, для пациентов с диабетической ретинопатией очень важно контролировать артериальное давление, контролировать уровень общего холестерина, сдав липидограмму, и обязательно наблюдаться у эндокринолога, потому что перепады
Глюкоза, то есть уровня сахара в крови, приводит как раз к развитию патологии сетчатки. Поэтому нужно держать уровень глюкозы, стараться на одном уровне. Пусть это уровень будет чуть выше, чем, возможно, рекомендует эндокринолог, но чтобы этот уровень не прыгал. Не было сегодня, например, глюкоза 5, завтра она будет 20, потом у нас 3 будет. То есть вот таких перепадов нельзя допускать, потому что именно эти перепады уровня сахара крови как раз и приводит к осложнениям в виде диабетической ретинопатии. Вопрос от Елизаветы. У меня показания к лазерной коррекции, обследовалась в вашей клинике, рекомендовали укрепить сетчатку. Хочу как раз ввиду этого вопроса сказать, что многие пациенты очень часто путают два понятия – лазерная коррекция зрения и лазерная коагуляция сетчатки. Напомню вам, что лазерная коррекция зрения, она проводится в операционной рефракционным хирургом, и цель такой операции – это изменение нарушения рефракции, то есть близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Лазерная коагуляция сетчатки – это как раз то, о чем мы с вами говорили, то есть когда наносится микроожоги с помощью уже другого лазера, амбулаторно, лазерным хирургом при дистрофиях сетчатки. И как я уже тоже говорила, здесь последовательность действительно может быть сначала лечение патологии сетчатки, потому что это первостепенно. Если мы пропустим патологию сетчатки, то мы всегда рискуем потерять зрение, чего мы не можем допустить как врачи-офтальмологи. Поэтому на первом этапе многим пациентам может быть рекомендовано укрепление сетчатки либо ее дообследование, и вторым этапом через какое-то время это уже выполнение лазерной коррекции зрения или рефракционной операции. Вопрос, могу ли я родить сама после такой процедуры в отношении, опять же, лазерной коагуляции сетчатки? Да, вы можете рожать самостоятельно. И на сегодняшний день в нашей клинике мы наблюдаем молодых беременных пациентов. Они к нам приходят в сроки от 12 до 36 недель, и у них тоже могут быть обнаружены патологии сетчатки, потому что большинство пациентов, к сожалению, это пациенты с близорукостью, либо с нарушением, возрастными нарушениями стекловидного тела, у которых выявлены дистрофии сетчатки, и во время беременности мы можем выполнить лазерную коагуляцию. Она не противопоказана, соблюдая все особенности, соблюдая сроки беременности. И таким образом, защитив сетчатку, пациентка может рожать самостоятельно, никаких ограничений для родоразрешения естественным путем у нее не будет. Карина задает вопрос по поводу контроля состояния сетчатки у ребенка. Но если говорить про детей, значит, скрининги офтальмолога у них разные. Но первый скрининг должен быть при рождении в первый месяц, дальше в первый год жизни, а дальше, соответственно, нужно смотреть очень индивидуально. Если, опять же, у ребенка нет патологии органа зрения, никаких нет жалоб, тогда можно обследовать ребенка, например, перед школой. Если же вы заметили, что ребенок потирает глаза, он не видит, например, какие-то объекты, которые вы им показываете. Многие могут жаловаться на ухудшение зрения, особенно в вечернее время. Тогда, конечно, у нас есть детские офтальмологи, это такой подраздел офтальмологии, где врачи работают с маленькими пациентами. В нашей клинике детское отделение тоже есть, вы можете обратиться, получить, соответственно, консультацию, сделать все необходимые обследования. В каких-то ситуациях при патологии периферии сетчатки коагуляция детям тоже может быть выполнено, но здесь все, конечно, решается индивидуально. Поэтому, если у вашего ребенка есть жалобы или вы опасаетесь каких-либо проблем, тогда, конечно, нужно начать с диагностики. А дальше, соответственно, врач вам подскажет, с какой частотой дальше наблюдаться. Итак, вопрос еще. Есть ли риск осложнений, я так понимаю, осложнений, связанных с лазерной коагуляцией сетчатки? Риск осложнений здесь минимален, здесь есть определенные особенности индивидуальные, когда, например,
При расширении зрачка для лазерной коагуляции сетчатки этот диаметр сохраняется у пациентов достаточно долго. Это, например, может быть до 3-4 недель после коагуляции. Но таких случаев очень мало, это 1-2% пациентов из моей практики, которые имели такую особенность. Тогда, конечно, лазерная коррекция или рефракционная операция, она переносится на срок чуть дольше, чем, возможно, мы бы хотели. Лазерную коррекцию зрения, в принципе, мы можем выполнять через 2-3-4 недели после укрепления сетчатки. Ну вот Светлана делится тем, что принимает профилактические препараты для сетчатки. Что я могу сказать, что если сетчатка здорова, то принимать препараты профилактические в этом нет никакого смысла. Препараты должны приниматься по показаниям. Существуют на сегодняшний день клинические рекомендации, протоколы лечения. Мы с вами должны понимать, что мы находимся в 21 веке, в веке доказательной медицины, где любой препарат, любое обследование подкреплено клиническими данными, поэтому рекомендую вам все-таки приходить на консультацию к врачам, которые придерживаются принципов доказательной медицины. Вопрос еще один. Если у меня минус 17, можно ли мне тренироваться? Вопрос спорный. Надо смотреть состояние сетчатки, потому что, как мы уже сегодня говорили, у пациентов с близорукостью, неважно какой степени, происходит удлинение глаза в передне-заднем направлении. И в первую очередь страдает периферическая часть сетчатки, которую мы должны посмотреть. Несмотря на то, что вас могут не беспокоить жалобы, как правило, скорее всего, у вас родители имели близорукость высокой степени, у вас близорукость высокой степени, и мы имеем риск определенных проблем на сетчатке. Поэтому, конечно, прежде чем решить однозначно вопрос с тренировками, надо обратиться к врачу на консультацию, на осмотр сетчатки, и только тогда рекомендовать продолжить тренироваться, либо ограничить какие-то виды упражнений. Итак, мы с вами на все вопросы ответили. Задавайте еще, если у вас что-то появилось из вопросов. Может, кто-то поделится своим опытом лечения патологии сетчатки, поделится препаратами, которые вы принимаете, и мы с вами обсудим, а стоит ли это делать. Буду рада видеть вопросы, задавайте. Ну что, я тогда хочу подвести итог сегодняшнему нашему вебинару. Вопросов больше нет. Я надеюсь, что мне удалось в доступной для вас форме рассказать о основных особенностях строения сетчатки, основных заболеваниях, методах диагностики и, соответственно, лечения. Соответственно, со своей стороны, я рекомендую обращать внимание на свои жалобы, вовремя обращаться на диагностику к врачам-офтальмологам. От своей стороны жду вас в клиниках Эксимер. Приходите, обследуйтесь, сохраняйте свое зрение, ну и будьте здоровы. Вопрос еще один поступил, на него ответим. Светлана спрашивает, с какого возраста можно принимать Ресвегу? Если кто-то не знает, что такое Ресвега, Ресвега или Ресвегатрол – это препарат, назначаемый многими пациентами при макулодистрофии, но это старшая возрастная группа. Этот препарат содержит основные два компонента – лютеин и зеаксантин.
относится к категории биологически активных добавок, но тем не менее все-таки имеет сертификат FDA, который применим для лекарственных препаратов. Поэтому этот препарат мы тоже назначаем своим пациентам при патологии сетчатки, при макулодистрофии, но в определенной стадии. То есть если стадия начальная, то этот препарат принимать не обязательно. Еще раз тогда всех благодарю, кто сегодня был вместе со мной. Всем желаю хорошего зрения, хорошего вечера и до скорых встреч. Всего доброго!